Okay. Есть, белая, супер. Ура. Это фактически под самый край. Белая. Вот забросили. Веревочку чтобы мерили. Да конкурс такой. Так, ну походу, мне кажется, октябрята уже откатались. Ну да, все, три номера. Сейчас Бауманса начнутся. И дальше что? А что дальше? Дальше награждение. А сразу до конкурса, да? Что? Сразу до конкурса. Ну, хз. Нам главное сейчас депо проскочить. Дождик, пожалуйста, только заканчивайся, делайте хорошо. Да нифига не закончится, моросит, я чувствую. По рукам. Так, ну все, походу, сюда. Куда он? Да самому интересно. Вот, блин, это дама стоит в кадре, просто и все, не вылазит. Спросите, они вообще не поедут, они не поедут. Сегодня, естественно, в тот раз опакаться сразу в депо уехали. Да ну. Ну не сразу, но сегодня, но в этот же день. Да белое, белое, вон яблочко прям. Молодец. Да не всегда на третьем месте. Мне главное, чтобы опакости на первом месте были. Остальное мне как-то пофигу. Хотя, учитывая то, что у нас один участник провалил вступление, мне кажется, уже выход на первое место сомнительный. Тем более, что конкретно провалил. На синюю, по-моему. На красную ты в каком-то попал? Да уже не раз. Все пресницы попали. Два, двое октябрёнка. Смотри. Хорошо, давай, говори. Сейчас будет. А ты на Эмму его глянь. Конкурсы вагоны. Супер вообще, конкурсы вагон депо имени Баумана. На Эмму говорит, горит маршрут 11D. Так, сейчас русаки сюда поедут. Ну уже все. На отстой. Эмму меня радует. Да меня тоже. Так, ну что, остались одни Бауманцы, да? Вот это иди. Это было типа пробное выступление. Да, перегонщик. Да, да. Мастерство перегонщика оценивается как попадание на ровную границу между красной и белой линией. А куда пошел? Ну куда? Туда пошел. Сейчас водитель будет садиться. Попал туда. Я же тебе сказал, прям к самую границу между красной и белой. Не, ну большинство тут вообще красное.
круче водить. Ну один, по-моему, там в белый, с красным где-то попал. А остальные двое в красный. Да заткнись. Естественно, наверное, первый будет Баумас, второй мой. Че, а можно кататься? Кстати, где кататься? Не, по-моему, на пресне. Хотя фиг знает. Обалденная Эмма на конкурс на вагоне 11 депо Баумана. Памятник Баумана, Гринбург, Александр Андреевич.